Всем привет моим друзьям, подписчикам и гостям канала, конечно. Какое-то в этот раз будет необычное видео, начиная вот с такого вот. Просто вы постоянные зрители знаете, в этом аквариуме было очень много галактики. И кормил в последнее время меня очень сильно. И, конечно, это привело к тому, что... Здрасте вам. Что появилось очень много водорослей в аквариуме. На камнях, на растениях нет, на камнях да. И что я сейчас сделаю? Я с помощью, вот, смотрите, с помощью щеток отмываю камни. К сожалению, вам не показал до этого, как они выглядели. Но вроде получается хорошо, и камни вроде чистые. Становится. И еще что хочу сказать. Вот такая вот мутная вода сейчас, потому что, как вы знаете, фильтр, он подвесной. И я его сейчас не могу включить, потому что воды надо где-то, ну, чтобы водосуда была. Хотя бы водосуда было. И поэтому вся муть вот тут вот летает. Ну, я думаю, пару дней. И вся эта муть отсюда... Да пару дней нет, наверное. Ночь простоит, и все нормально будет, и вся муть уже отсюда уйдет. Просто вот хотел поделиться, как можно отмыть камни, чем я, по крайней мере, это делаю. Вот. Щеточки, кисточки и все такое прочее. И камни хорошо, кстати, ну, сравнительно хорошо отмываются. Вот так вот я мою аквариум. Растения все убрал, скажем, анубисы все это убрал. Анубисы сейчас лежат в растворе с лимонной кислотой. Там, конечно, нет ни черной бороды, ни практически ничего нету, чуть налета. Но что-то меня улитки постоянно мучают в этом аквариуме. Я их сейчас на 15-20 минут закинул в раствор с лимонной кислотой. И, скажем, то количество яиц, которое на них есть, они погибнут. От этого, конечно, пользы сильно много не будет. Через какое-то время опять же появится. Также они, скажем, та улитка, которая вся сейчас на дне, там, взрослые особи. Они опять все это, конечно, откладут. Но, скажем так, их будет чуть меньше. Не совсем много. Сейчас чуть поближе вам фильтр покажу. Вот это вот сейчас соберем, это растение, ну, водоросли, говорю, растение за аквариумом, я просто наверх поклал. Хочу показать, как фильтр сверху выглядит. И, кстати, этим растением, название опять забыл, комнатные растения, похоже, нравятся фильтры. Они не становятся длинные, видать, свету хватает и, ну, красиво выглядит. Давайте я лучше вам покажу. Вот про эти растения я говорил. Вот это вот растение, другое, оно что-то не очень хорошо растет. А эти вот прям такие плотненькие. Такое ощущение, как будто вот, ну, когда в магазине их покупал, скажем так, или вижу, что в магазине продают эти растения, то они на самом деле вот в таком шикарнейшем состоянии. Практически как и сейчас здесь, а в фильтре. Короче, мне тут нравится. А вот что хочу еще показать. Это проросток. Это то, что я добавляю шишки ольхи. Они, ну, расти начинают здесь. Елки-палки. Семян-то много в шишке. И они всходят. Нет времени. Ну вот еще один. Одно приспособление для мытья аквариума. Он чуть-чуть в фильтрах позеленел как бы внутри. Вот здесь вот. Ну, я его сам специально сделал прозрачным. В принципе, я это знал, что это будет, что внутри он позеленеет и невозможно будет это убрать. Чтобы это внутри убрать, надо будет снимать полностью, разбирать фильтр. А нам это не надо. Так, короче, тоже все нормально.
Что еще, может, кто заметил? Новое комнатное растение. Как всегда, насчет названия ищите сами. Эти растения вообще в природе растут вот так на камнях, на скалах. Корней у них практически нет. Самое главное, раз в день там я их чуть водой обрызгиваю, чтобы немного влаги было. И они вроде бы растут. Сейчас еще кое-что покажу. Смотрите, это вот для самых постоянных зрителей. Мы его в том году сажали. За лето он, по-моему, 3 или 4 раза пускал, ну как, цветочки. Не листики, не веточки, а именно цветочки. Один раз листик появился, я так обрадовался, думаю, ну наконец-то веточка будет расти. И в это время он стоял на улице. Ну что вы думаете, улитка съела листик, один-единственный. Ладно, мою дальше аквариум. И потом, конечно, когда все помою, покажу вам. Сейчас посмотреть тут нечего, я думаю. Сами видите, каким цветом вода. Растения, которые все снимаются, я в принципе снял. Людвигия здесь вот лежит. Тоже, ну просто получилось, что я вырвал ее. Поэтому она сбоку пока лежит. Сейчас все обратно буду воду заливать. Растения на место сажать. Ну и покажу потом, что из этого вышло. А вот еще что. Ну это в принципе для начинающих аквариумистов. Грелку всегда перед тем, как вы сливаете воду в аквариуме, если есть возможность, просто опустить ее пониже, чтобы она была в воде. А если как у меня, что вода вот только до суда доходит, то тогда просто грелку надо выключать. Если вы не будете выключать, какое-то время она, может быть, еще будет работать. А потом температурный датчик, который там стоит, он в верхней части стоит. И если он постоянно на воздухе, скажем так, у вас стоит 24 градуса, здесь должна температуру гнать, он просто будет перегорать. Поэтому грелку надо обязательно всегда выключать перед тем, как вы спускаете воду из аквариума. Ну или просто ниже опускать воду, чтобы грелка, верхняя часть, дотуда, докуда маркировка стоит, чтобы маркировка была под водой. Ну вот, аквариум помыл. Сейчас попробую вам чуть показать. Ну, после того, как я его помыл, тут, конечно, ужасно. Что хочу еще показать, вот. Шишки ольхи я последнее время не кидаю в аквариум, чтобы их потом там не собирать. А кладу вот сюда просто фильтр. Сейчас фильтр на полную мощь включен. Ну и здесь как бы мало воды. Сейчас потом, когда весь аквариум продуется, я, конечно, течение чуть убавлю. Потому что вам, наверное, видно. Видите, тут вообще воды нету, он здесь сухой стоит. Только в начале чуть-чуть. Сейчас попробуем изнутри как бы аквариума показать. Ну и будет видно, где вода. Не видно, к сожалению. Ну, что-то заметит. Вода, в принципе, в фильтре вот тут вот она вот этой высоте стоит. Вот здесь вот где-то. Скажем, еще пол сантиметра и он начнет воздух тянуть. Вот, можете видеть, какая вода мутная после моего ковыряния здесь. Но завтра утром я обязательно вам покажу, она уже будет как стеклышко. Сейчас фильтр, как видите, он видно по растениям, как их изгибает. Я еще фильтр сейчас бы как бы направил так, чтобы он поднубил и всю эту грязь, которая была, поднимал и фильтр затягивал. А потом, конечно, фильтр будет направлен
вот верхнюю часть, чтобы двигал поверхность воды. Внимательные зрители, наверное, заметили, что посредине вот тут вот мха нету, мох лежит еще в ведре. Когда сейчас эта известь чуть-чуть уйдет, чтобы это все в мох не забивалось, а вся эта грязь, я потом его покладу обратно. И что еще? Я все это время, пока мыл аквариум, Людвигия лежала, скажем, на аквариуме, на другой банке. И, блин, чуть подвяло. Ну, не знаю, надеюсь, отойдет. Жалко будет, конечно, если бы я растение испортил тем, что просто она в другую банку бросила, и она там лежала. Надеюсь, все будет нормально, и Людвигия пойдет обратно в ход. Время покажет. Думаю, завтра уже будет видно, очухается она или нет. Ну вот, после того, как я все отмыл в аквариуме, камни, в принципе, только камни-то и надо было отмывать. Все обратно посадил, вчера уже это видели, уже прошел день. Ну, скажем, качество воды было ужаснейшее, все было мутное. Сейчас мы посмотрим обязательно на мои успехи, как я отмыть смог камни. Ну и что еще хочу показать. Это, наверное, больше для постоянных зрителей. Вы знаете, что я, ну, Артемию молочу специально для малька и потом выращиваю для того, чтобы кормить взрослую рыбку. И что я заметил в последнее время, всегда пользовался одним сортом артемии, который вылупляется приблизительно через 30 часов, 36. Которую новую артемию купил, яйца, они вылупляются уже через 24 часа. И артемия намного меньше размером, свежевылупленная. И что я сейчас заметил, я постоянно добавляю в разводню мою, где, ну, артемия вырастает взрослой. Сейчас что заметил, у меня артемия половина голубым цветом. Вот можете себе представить? Я такого даже не знал, что бывает артемия голубым цветом. Стриптоцефал, ладно. Но у меня артемия. И я сейчас постараюсь вам показать их. Надеюсь, камера удастся разницу показать. Надо думать, что должно получиться. После того, как это посмотрим, я потом вам попробую показать разницу. К сожалению, я сегодня с утра чуть-чуть рыбы покормил. И там крупной не совсем много. Ну как, не в таком количестве, как она сегодня в обед, например, была. Но все равно крупная артемия есть. Я надеюсь, смогу вам разницу показать в цвете. Ну, давайте сейчас посмотрим на мои успехи отмывания камней от водорослей. Смотрим. Ну, вот так вот выглядят сейчас камни. То самое главное, это проблема была, что я пытался отмыть это камни. Кто-то скажет, вода что-то так бы, как будто с дымкой, что-то вроде этого. Это не так. Это именно от шишек ольхи. Она вот так, ну, когда свет на нее попадает, чуть-чуть как бы делает воду, как будто бы она с дымкой, или как бы туманчик, что ли, вроде этого. Ну, а сами, по идее, видно, что вода в очень чистом состоянии, очень хорошая. Если вот так сейчас, например, смотреть, то этой дымки в воде вообще практически не видно. Все получается чистым. Ну, вот. Камни. Если мне удастся найти старое фото, но нет таких фото, к сожалению, чтобы показать, в каком состоянии были камни до этого и какие они сейчас. Ну, все по одной той причине, что я тут на самом деле сильно малька кормил, и из-за этого так получилось, что, ну, водорослям очень хорошие условия стали. Но они, конечно, на всех камнях все затянули, все заросли. Про Людвигию, что я вчера говорил, вот это Людвигия рубин в углу. Что я чуть-чуть подсушил вчера.
все нормально, она отошла. И думаю, будет хорошо расти. Я думаю, видно вам. Хорошее, красивое растение. Думаю, что будет все нормально. Будет дальше расти. Да, кстати, галактику, которую вы видите там на заднем плане бегающую, это уже все мои практически подростки, которых я сам вырастил. Там пару штук еще есть родителей, а в основном все то, что сейчас видите, это те подростки, которые мы выращивали. Ну и в соседнем аквариуме тоже. Сейчас я вам покажу его. Там малек тоже уже, ну это больше для постоянных зрителей. Малек уже хорошо тоже подрос. Ну, кто малек, а кто уже взрослый, сейчас покажу. Ну, думаю, наглядно видно, да. Присутствуют практически все возрастные группы. Самые молодые, наверное, мальки, им 2,5 где-то недели вот так. И взрослым где-то 2 месяца. Может, чуть больше некоторым даже. Может быть, не знаю. Количество, не знаю, приблизительно, ну, 100 штук точно есть. Больше заворачивать не будем, 100 штук тут есть. И опять же, как видите, вода такая темная. Это все из-за того, что добавляю шишки ольхи. Могу всем вам только посоветовать ими пользоваться. При таком вот количестве рыб, тем более, как сейчас, вот видите, да, аквариум-то небольшой-то. А такое количество рыб в нем сидит. Никаких болезней рыбок, никакой заразы нету. Ну и все это получается с помощью шишки ольхи. Как дезинфицирует все. И все хорошо, все нормально. Ну вот, друзья, я что сделал? Я их выловил из банки. Там вода сильно мутная, очень тяжело было показать. Но я думаю, здесь вы можете хорошо увидеть, что на самом деле артемия голубого цвета. Там, ну, получается, что и нормальные есть. Нормальные, я думаю, это те, которые там раньше были, ну, за 36 часов вылупляются. А эти, которые за короткое время вылупляются. Они, вот они, голубенькие. Ну, мне кажется, они чуть-чуть размером поменьше. Может быть, подрастут, не знаю. Но когда они рождаются, они намного меньше, чем простая артемия. Ну, кто сказал, что аквариум это скучно? Тут не приходится скучать. Вопрос зрителям, вы когда-нибудь с таким вообще сталкивались или слышали? Я пытался в интернете где-то найти какую-то информацию, что артемия таким цветом может быть голубая. Никакой информации нигде не нашел. Никогда с таким не сталкивался, скажем так. Если, конечно, артемию просто намолоченное кормить, разницы никакой нету, просто, кроме того, что она чуть поменьше размером. И там ничего этого не видно. И когда она маленькая, тоже сильно ничего не заметно. Это вот только когда уже такие взрослые особи плавают, тогда замечаешь, что такое, почему артемия такая цветом. И прям видно, она не бледная, а она прям с голубизной. Ну еще, как я сказал, в интернете я пока никакой информации не нашел. Если кто-то знает, что это такое, какой это сорт, или просто это мутация какая-то, можете, конечно, с удовольствием буду читать ваши комментарии, если вы поделитесь такой информацией. Чуть запутался в словах, но ничего страшного. Мне это простительно. Ладно, думаю, на сегодня я вам все показал, что хотел. Все, что было. Самый главный момент про артемию тоже показал.
Наверху аквариум, я думаю, еще мы посмотрим. Там тоже кое-какие изменения за короткое время произошли в хорошую сторону. Так что на этом сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Давайте. Пока.